Всем привет, друзья! Вы на канале Free to Play Games. С вами Михаил, это игра Trails of Heroes. Сегодня пятница. Очередное, как обычно, обновление от разработчиков. И начинается новый игровой месяц. Обновились события. Давайте посмотрим, что нового у нас появилось. Есть ли что интересное, на что стоит обратить внимание, друзья. Если вам нравятся такие видео, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Не будьте равнодушными, друзья. Всем спасибо за поддержку. Лайки и подписка – это самая лучшая поддержка для канала, друзья. Мотивирует снимать новые видео. Так, друзья, пробежимся, как обычно, по объявлению. Первое, что бросается в глаза, еще не успел поиграть персонажем Петрой, но уже ее пофиксили. Первый у нее скилл был ульта вместо атаки. Невосприимчивость к урону поменяли, но это в принципе правильно, у меня, по-моему, там или 3 или 5% снижения атаки было. Было такой себе улучшен эффект впечатанной молнии, штрафа, ну посмотрим. Четвертый навык, дополнительную цель, восхваление свет. Ну посмотрим, как это будет описано на герое. Новое событие, это донат, все для доната. Так, регулярное событие, спецпредложение, донат. Тайная мастерская, друзья. Ну вот это то место, где можно скрафтить галактические артефакты крутые. Посмотрим на примере. Ну, крафтить я не смогу, у меня нету материалов. Но как это выглядит, я думаю, мы посмотрим. Священное сокровище. Это обмен, если у кого прям зашкаливает количество эмблем, можно поменять на арты. Посмотрим приключения, кубики то же самое, чемпионат то же самое, сундуки тихие, понятно, зов раз тоже понятно. Ну давайте смотреть ближе. Так, чемпионат, друзья, еще раз напоминаю, не в первый раз, чемпионат надо проходить. Там для free-to-play игроков замечательная возможность энное количество свитков получить. Не ленитесь, проходите. Так, донат. Ну вот это все для донатов. Так, копите VIP, получайте плюхи. Это у нас событие с прошлой недели. Я на нем не заострял внимание, взял болванку и больше ничего не могу взять. Не хватает у меня совочков. Тайная мастерская, друзья. Ну вот так это она выглядит. В этот раз нам предлагают посох, серп и рог. Ну, выглядит это приблизительно так. Первый уровень звездности. Надо два посоха. У меня второго нету. И вот этих вот кристаллов, которых можно только купить. Обычно. Обычно можно только купить. Если не хватает артефакта, например, и негде его взять, вот то же самое, можно любой арт вставить, потратить вот эти итемки и сделать на выбор арт, который в этом событии улучшается. Ну, это, конечно, я не знаю, это трата. Даже если бы донатил, я бы таким не занимался, это глупости. Так, тут нам эти же предлагают плюс кольцо за 400 эмблем. Ну, у меня почти хватает, но я не буду на это. Я не вижу смысла ни на том я уровне, чтобы эмблемы лучше на того же Гелиоса потратить. Так, кубики. Кубики. Ничего такого я не вижу, что у нас здесь мышь, непонятно. Смотрим по наградам. Друзья, а вот тут эти вот как раз кристаллы. Ну, это прям вообще топчик. Это прям вообще топчик. 160 тоже они есть. Ну, на этой неделе, друзья, все внимание на кубики. У кого нету кристаллов, собирайте кристаллы, копите, чтобы взять 30. Сколько это надо? Сколько нам надо? 4500 кристаллов, чтобы покупать все кубики, собирать где их только возможно и пытаться... Прям кровь с носа, друзья. Кровь с носа хотя бы 110 надо сделать. Понятно, что на этот ивент тратить их не стоит, эти кристаллы.
Стоит подождать ивента с галактической подвеской, тогда его делать. Ну вот хотя бы 50 вот этих кристаллов, блин, тайных кристаллов, надо забрать. Друзья, пишите в комментариях еще раз. Самая лучшая стратегия — это мы собираем, попадаем на золотой кубик и заново на него становимся. По-моему, так. Вот, доходим до него, сколько там клеточек, и заново на него выбираем количество ходов, чтобы иметь больше шансов еще походить. Ну, будем пробовать, друзья. В четверг буду крутить. Даст Бог, с этими ракетными обстрелами будет все нормально. Минет нас чаша, и в четверг тогда покидаем. Ну, 110, прям кровь с носа. Кровь с носа надо брать. Так, сундуки тихие я уже взял, друзья, как обычно. Орбы, свитки, и у меня достаточно кристаллов. Я сейчас беру болванки. Зов раз. Ну, зов раз тоже. ОМОН, Немея. Ну, у кого нету, хорошая возможность брать. ОМОН и Немея — это прям топчик. Топчик, ну, в принципе, это событие всем надо выполнять. Для получения кубиков в этот раз это очень важно. И шмот. Шмот, шмот, шмот. Вот такие события у нас, друзья. Давайте сейчас еще посмотрим, галерея, что нам тут понаписывали. Про Петру поменяли. Так, наносит 400, как и было. Солнце. Баф солнца. И этот баф солнца снижает иммун урона. Да, но это более логично и более эффективно. 3% от атаки или 5%, это было смешно, конечно. 15% снижения урона — это уже другое дело. Так, тут что у нас? Нормальная атака двух рандомных. 100% стан. Кто застанен, 3% от макс хп, но не более 3000 урона. И наносит один уровень наказания. И каждый уровень наказания снижает еще 3% урона. По-моему, вот это изменение. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. И, по-моему, эффективность лечения. Да, было 300%, стало 500. Ну, это хорошо, хорошо. Надо докачать ее и потестить. Потестить. Так, в планах, друзья, добить наконец-то Космо Мерлин и начать качать Петру. Еще перед концом видео, друзья, еще обращу ваше внимание на арене. Смотрю. Так, прогружайся. Донатные аккаунты начали активно использовать КамАЗ-отца, я его так называю. Коматос или без разницы как. Так-то что ж ты так плохо прогружаешься? Так, друзья, прогрузилось, как видите. Та-5, то что ж такое? Как видите, первых 3, даже первые 4 аккаунты все используют. Все используют, но этот FAQ, походу, да, он не использует. Но стоит обратить внимание на этого перса. Вот тоже в такой пачке. По-видимому, он хорошо заходит, разгоняется, поэтому не стоит, наверное, его сливать. Стоит его поберечь. Если топчики его используют, друзья, это явно что-то значит. Я его еще не докачал до конца. Думал сливать, но вот это сейчас обратил внимание. Я сливать пока его не буду. Буду докачивать, наверное, до конца. Разобрать его можно в любое время, если что. Друзья, в общем, такое видео получилось. В следующем видео, думаю, рассмотреть такой вопрос: какие улучшения можно внести в игру. А то постоянно критикую, критикую. Подумаю над тем, чтобы можно было
в игре изменить, если, чтобы немного добавить интереса для игроков free-to-play, да и донатных, я думаю, тоже. Друзья, если вам нравятся такие видео, подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, друзья. До новых встреч!